5 – антирекорд. Максимум заболеваемости коронавирусом в Самарской области обновляется 15-й день подряд. Миллиардные убытки. В сети появилась финансовая отчетность футбольного клуба «Крылья Советов». Губернаторы навсегда. Депутаты Госдумы предложили убрать запрет на работу 2 срока подряд для глав регионов. Немного статистики. В день туризма специалисты Яндекса составили рейтинг самых популярных тематических запросов. В Самарской области за минувшие сутки выявлен 581 новый случай коронавирусной инфекции. Это 15-й максимум подряд. В губернии скончались еще 19 человек. Таким образом, общее число погибших достигло отметки 3808. Такие данные в 12 часов 30 минут опубликовал Федеральный оперативный штаб. Всего с начала пандемии заболел 103 451 житель региона. 84 617 выздоровели, из них 235 за последние 24 часа. В целом по России за последние сутки выявлено 22 236 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 779 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 13 513 человек. В 2020 году выручка самарского футбольного клуба «Крылья Советов» уменьшилась почти в 3 раза, до 70 миллионов рублей. В 2019 году она составляла около 195 миллионов. Об этом говорится в отчете на портале раскрытия корпоративной информации «Листорг». Прошедший год спортивная организация закончила с убытком свыше 1 миллиарда 150 миллионов рублей. Компания работает в минус все 12 лет, представленных в отчете. Накопленный убыток за это время достиг 11 миллиардов рублей, что соизмеримо со стоимостью основных инфраструктурных объектов региона. Например, примерно столько же было потрачено на строительство Фрунзенского моста и реконструкцию Московского шоссе к чемпионату мира 2018. Согласно документу, в клубе трудоустроено 125 человек. Размер долга достигает 1 миллиард 200 миллионов рублей. Этот показатель уже много лет не меняется. В 2020 году ПФК получил около 1,5 миллиардов. Из них только около 470 миллионов заработал самостоятельно. Остальные средства поступили из бюджета Самарской области. Основную часть полученных денег, чуть более 1 миллиарда, клуб потратил на зарплаты. На выплаты по долгам ПФК направил в прошлом году всего 700 тысяч. Скандал с мошенниками вокруг Тольятти Азота выходит на новый виток. Завершается расследование нового уголовного дела в отношении владельцев предприятия. Их обвиняют в хищениях экспортной продукции. Дело готовится для передачи в Генеральную прокуратуру для утверждения, сообщил источник в следственных органах. По аналогичному уголовному делу о мошенничестве в особо крупных размерах, совершенном в период 2008-2011 года, бенефициарам ТАЗа Владимиру и Сергею Махлаю вместе с швейцарскими партнерами уже вынесен обвинительный приговор. Они заочно приговорены к длительным срокам лишения свободы и выплате ущерба. 77 миллиардов рублей собственно Тольятти Азоту и 10 миллиардов миноритарному акционеру Уралхим. Теперь завершается расследование по подобной мошеннической схеме, которая относится к периоду 2011-2013 годов. По данным следственных органов, размер ущерба ТАЗа и другим потерпевшим за это время может составить более 53 миллиардов рублей. Эксперты не исключают арестов имущества и активов владельцев Тольятти Азота. В целом сумма ущерба, нанесенного Махлаями и швейцарскими партнерами семьи, может значительно превысить 100 миллиардов рублей. Взыскание уже установленного ущерба проходит в рамках исполнительного производства. В августе Сергей Махлай был признан банкротом. Судом арестовано его имущество, на которое будет обращено взыскание ущерба. В Самарской области ищут пострадавших от мошенников из инвестиционной компании «Финика». Финансовым злоумышленникам в период с июля 2020 по июль 2021 года удалось путем обмана завладеть 6 миллионами рублей, принадлежащих жителям региона. Впоследствии денежные средства были незаконно выведены на личные счета махинаторов. Доверчивые граждане расставались со своими деньгами под предлогом получения высоких доходов и большой прибыли от денежных вкладов и инвестирования средств, цитата, в автоматизированную систему генерации прибыли. Сейчас по возбужденным уголовным делам проводятся следственные действия иные процессуальные мероприятия, направленные на документирование всех фактов противоправной деятельности псевдоинвесторов. Также устанавливаются пострадавшие лица. Полиция просит всех жителей, которых обманули мошенники, обратиться в ближайший территориальный орган внутренних дел МВД России либо по телефонам, которые вы видите на экранах.
В Самаре глава ТСЖ незаконно завысил тарифы на коммуналку. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает прокуратура по Самарской области. Надзорный орган промышленного района Самары провел проверку после жалоб жителей одного из домов по улице Нагорной. Горожане заподозрили, что их ТСЖ нарушает законодательство в сфере ЖКХ. Прокуроры выяснили, что коммунальщики заключили договор с ресурсоснабжающей организацией на поставку тепла и горячей воды, а глава ТСЖ внес изменения в счета квитанции на оплату коммунальных услуг, завысив тариф на сумму не менее 300 тысяч рублей. Прокуратура направила материалы в следственный орган для принятия процессуального решения. В результате было возбуждено уголовное дело. Губернаторы могут стать несменяемыми. Как сообщает российская газета, в Госдуму внесен проект нового закона о региональной власти, который направлен на совершенствование ее организации. В целях обеспечения стабильности системы публичной власти корректируется срок полномочий главы региона. Документ внесен в развитие норм обновленной Конституции. Его авторами выступили председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава Комитета Софеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишес. По нынешнему законодательству глава региона не может быть избран на должность более 2 сроков подряд. Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий. Кроме того, вводятся единые сроки исполнения полномочий высшего должностного лица региона – 5 лет. Также это касается депутатов законодательных органов субъектов федерации. Мэрия Самары сообщает, что в городе обеспечены теплоресурсом более 98% объектов социальной сферы и свыше 77% многоквартирных домов. По информации властей, заседания оперативного штаба по темпам подачи тепла и выезды в районы для проверок проводятся в ежедневном режиме. Например, в воскресенье первый вице-мэр Владимир Василенко в Кировском районе, где отапливаются уже все объекты социальной сферы, убедился, что в детском саду номер 30 на проспекте Карла Маркса 370 температурные показатели превысили нормативные. Тем не менее, как выяснилось, в одной школе 4 садиках города до сих пор работают обогреватели. Батареи в них, как и еще в нескольких объектах культуры, должны согреться в понедельник, 27 сентября. За выходные должны были сделать переврезку на обновляемые теплотрассе по улице Агибалова, чтобы комфортная температура пришла в микрорайон со зданиями поликлинического профиля. В лидерах по запуску систем теплоснабжения в жилых домах Красноглинский, Куйбышевский, Советский и Кировский районы, сообщил первый вице-мэр. До открытия горячей линии по вопросам теплоснабжения все обращения граждан принимаются в работу посредством альтернативных коммуникативных средств и методов. Самара попала в десятку городов России, лучших для построения карьеры. Исследование подготовили аналитики сервиса «Суперджоб» на основе масштабного опроса пользователей, в котором приняли участие около 3500 человек. Респонденты могли называть сразу несколько городов. В итоге в топ-5 попали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Тюмень и Екатеринбург. Так, 71% опрошенных высказались в пользу столицы России, 63% отметили город на Неве, 53% – Казань. За Тюмень проголосовали 49% участников опроса, за Екатеринбург – 48%. Самара – 9-я. Благоприятной для профессионального развития столицу 63-го региона считает только 38% ее жителей. За 7 лет этот показатель снизился практически на четверть – 49%. В пятерку худших городов попали Астрахань, Тольятти, Саратов, Омск и Волгоград. В Тольятти доля оптимистов снизилась более чем в 1,5 раза – с 26 до 16%. Администрация Самары сообщает об очередном ограничении движения в историческом центре города. На 1 день и 2 ночи перекроют Садовую улицу между Ленинградской и Венцека. В целях обеспечения безопасности дорожного движения и в связи с проведением реставрации Самарской хоральной синагоги, говорится в сообщении мэрии, временно с 19:30 29 сентября 2021 года до 6:00 1 октября 2021 года будет ограничено движение транспорта по улице Садовой на участке от улицы Венцека до улицы Ленинградской. Подробно с порядком организации дорожного движения в этом месте в указанный период власти рекомендуют ознакомиться в схеме, опубликованной на сайте городской администрации. Одновременно автомобилистам предлагается заблаговременно планировать маршруты и цели следования.
Администрация Жигулевска планирует обустроить 6 общественных пространств в селе Ширяево. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок. Местная мэрия предлагает потенциальному подрядчику привести в порядок площадь Победы, парк Больничный, территорию стадиона «Спутник», площадь села Солнечная Поляна, въездную группу в Ширяево и пешеходную дорожку от остановки школа номер 3 до Самарской улицы. За все вместе жигулевская администрация готова заплатить примерно 48 миллионов 600 тысяч рублей. При этом только в парке нужно расставить лавочки, урны и малые архитектурные формы, устроить освещение, провести озеленение, подключить фонтан, отреставрировать фасад здания персонала, заменить старое асфальтовое покрытие на тротуарную плитку и поменять бортовые камни. Фактически те же действия, за исключением укладки плитки и ремонта зданий, следует провести на площади Победы, а на территории стадиона вместе с новым тротуаром нужно организовать детскую и спортивную площадки. Солнечная Поляна получит освещенную площадь с малыми архитектурными формами, а в Ширяево придется изготовить и установить стелу и объемную надпись с названием села, организовав возле них наружное освещение. Все работы необходимо завершить до конца следующего лета. Заявки на конкурс принимаются до 18 октября. «27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Специально к этой дате специалисты Яндекс изучили поисковые запросы пользователей сервиса с 5 сентября прошлого по 5 сентября этого года и выяснили, что они хотят знать о путешествиях, самолетах, поездах, гостиницах и отелях, чемоданах и достопримечательностях. Самыми популярными запросами с вопросительными словами и словом «путешествие» стали: как зарегистрировать карту МИР для получения кэшбэка за путешествие, какой микроавтобус лучше купить для семейных путешествий, сколько стоит путешествие по Золотому кольцу России на двоих, сколько стоит путешествие на круизном лайнере, что взять с собой в путешествие. Самый популярный запрос со словами «гостиница», «отель», «апарт-отель», «что это», «чем отличается отель от мотеля», «полупансион в отеле», «что это», «континентальный завтрак в гостинице», «что это», «футон», «что это такое в отеле». Интересовались пользователи Яндекса и вопросами, связанными с чемоданами. Самый популярный – это как выбрать чемодан, как компактно сложить вещи в чемодан, как открыть чемодан, если забыл код из трех цифр, как поменять код на чемодане, сколько стоит чемодан на колесах. Еще один рейтинг составлен на основе запросов со словами «достопримечательности в» и «что посмотреть в». Самыми популярными стали исключительно российские локации: Сочи, Крым, Калининград, Казань, Санкт-Петербург, Москва, Тула, Геленджик, Краснодар, Ярославль. Впрочем, с турами ситуация сложилась иная. Рейтинг составлен на основе запросов со словами «купить тур». Чаще всего искали путевки в Турцию, в Египет, на Мальдивы, на Кипр, на Занзибар, на Кубу, в Крым, в Грецию, Тунис и в Абхазию. Блогер Игорь Кондратьев продолжает серию постов из цикла «Охота на ведьм» в Куйбышеве в 60-е и 70-е годы. Как оказалось, то, что в 1970-х годах на вузовских партсобраниях клеймили каких-то преподавателей общественных наук, это было дело общей практики тех лет, очень популярное после эпохи Хрущева, утверждает автор. Дело происходило обычно так. Студенты-стукачи информировали органы о том, что педагоги на лекциях и семинарах рассказывают нечто подозрительное и нестандартное. Органы делали справки для обкома партии, а потом на очередном пленуме внезапно мочили какого-то человека. Это была такая идеологическая борьба. Вот поэтому местный историк Петр Кабатов сразу в 1976 году и побежал в областное управление КГБ оправдываться, что он не троцкист. Опасно было иметь подобный ярлык за собой, тем более, когда среди твоих более именитых коллег уже сидел и при Сталине трудится. Гуманитарии Куйбышева 1970-х годов – это особая зашуганная когорта людей. Они на работу на велосипеде боялись приезжать, а не то, что там. А вдруг это заведующему кафедрой не понравится? Осуждать коллег и даже писать на них анонимки считалось хорошим тоном и подвигом конкурентной борьбы, чтобы их меньше печатали и давали платных лекций по обществу знания. Блогер Владимир Сверкалов пожаловался на жесткий обман самарских водителей со стороны местных дорожников. Речь идет о компании, которая сейчас ремонтирует улицу Новосадовую. Здесь обещали перекрыть движение 1 октября, а перекрыли 27 сентября, сокрушается автор. Движение не организовали. Из города из двух полос одна занята строительной техникой. Где ДПС? На Шверника не перенастроили светофор. Пробка адовая. Схем движения не выставили. Люди едут хаотично. Многих самарских водителей, непредупрежденных о перекрытии участка, очень жестоко обломали. В автозападне, из которой просто так не выбраться, оказались тысячи горожан, в том числе дети и пенсионеры.
В комментариях подтвердили, что самарские дорожники устроили настоящий бардак на Новосадовой. «Утром ехал в город, в самый час пик», – рассказывает один из горожан. Главное затруднение – затор, который соорудили желающие избегнуть ада и сворачивающие по Нововокзальной на Москву. Дальше по всем дублерам и кренделям на Советской армии до оврага не выключал четвертую. Для засолнечных – да, сложнее. Из города вечером попробую, пока нет такого эксперимента. Поначалу сильно напрягся, пробка была от пирамиды. Держали ее, пытавшиеся двумя рядами свернуть налево на Москву. Ежедневно редакция телеканала «Терры» принимает десятки звонков от телезрителей, и ни одна наша программа не обходится без вашего участия. Совокупная аудитория «Терры» составляет 400 тысяч человек в сутки. В круглосуточном доступе новости Самары от журналистов нашей компании представлены на сайте trktera.ru и в наших пабликах социальных сетей.